Все, поздравляю, мы прошли пограничный и паспортный контроль, досмотр еще раз. И мы попадаем с вами в зону duty free, он сразу же. Вот видите. Чу. Что сегодня на акции? По 29-90. Я понюхать нельзя вот этого кофе. А здесь есть пробники, вы можете попробовать ароматы. Черная Сиера 17.50. Алмека 28. Любители коньяка. Я показывал уже аэропорт, ничего особо не поменялось, людей здесь мало, аэропорт не работает в полном объеме, потому что туристов не летает такое количество, как было раньше. Поэтому сейчас вам покажу, вот у нас сразу возле duty free регистрация будет, и весь аэропорт пустой. Если делать нечего, можно покататься. И едем. Часы и очки еще пропустил. 179 евро, 285, 200, 237 и так далее. И сумочки. Наш борт, на котором мы полетим. Да, вот. Подъезжает ворот. Видишь? К этому. Началась посадка, мы идем в самолет, сейчас будем взлетать и домой в Минск. Коляски сдают здесь, как помните, перед входом в самолет. Полный самолет. Видите, да? Все, ребята, мы дома, в Минске, в любимом. Сейчас будем проходить досмотр пограничный и паспортный. И все, и домой. Все, друзья, мы прошли зеленый коридор, вышли. И теперь мы идем к машине. На этом наше путешествие заканчивается. Спасибо, что вы были со мной все это время.
4 утра, и я дома. Мы дома. Но это тяжело, конечно, добираться.